Che cos'è l'amore? Chi lo ha vinto? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Ну пока, Гуль, дай себе поработать. Пока. Chi ha perso il suo gazebo? Guai alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Ну что? Что, что? Она одна. Давай уже завоюй эту знойную киргизскую красотку удачи. Скорее, давай уже. Чего так долго? Ай, ну, Реджи, так нельзя. Это же воровство. Ну что ты? Вот это воровство. Ну, Сеня, виртуоз, а? Шим-шим. Ты пойми, эти пирожки утром испортятся. Их Луи в мусорку выкинут. У меня каждый раз сердце крови поливается. Попробуй, вкусный. Пару штучек возьмем жанату на юбилей. Айнур Реджин, мне кажется, там кто-то есть. Ой, мне тоже первое время казалось, как будто шеф за мной наблюдает. Пойдем, а то в степи шпармах сидят. Давай, 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 давай. Сам, сам! Куда ты бьешь? Этот Спартак даже тут играть не умеет. Кривоногий. Шеф, я вам секрет сейчас открою. Это вы ими управляете. А! Папа! Ой! Пауза. Ой, здравствуй, мой хороший. Чего это? Ключ от Викиной квартиры. Нужно поехать туда и собрать кроватку. Вика не успела, а завтра ведь ее из роддома выписывают. А я тут при чем? У нее муж есть. Бывший. И она его ни о чем не хочет спросить. Ну, не знаю. У нас тут завал, тут полно. А, да? Да. Я вижу, какой у вас здесь завал. Ладно, пойдем, Алиса. Видимо, папа не хочет, чтобы твоей двоюродной сестричке была кроватка. Пап, забери кроватку. Пожалуйста. Угу. Хорошо. Соберу. Ты самый лучший папа. Да. Да, там еще полки нужно прибить. Сделаешь? А полы помыть не надо? Ну, как все прошло, рассказывай. Ну, я подошел, мы поболтали немного. Ага. Лев, ну все понятно уже. Ты с ней так не заговорил, да? Лев, тебе надо действовать быстрее, пока пенсия не разлучила вас. Зато теперь я знаю, что ей нравится. Чего? Буля обожает. Пирожные. А, это мой подарок для нее. Не знаю, мне последний раз что-то обламывало за пирожное. Классная она в шестом. Друзья! Итак, встречайте молодого отца! Друзья, завтра утром моих девчонок выписывают из роддома, поэтому всех приглашаю на выписку, а? Сень, Сень! О! Забыл. Агузок, это тебе от всего коллектива. Да. Шеф. Я завтра Вику с дочкой из роддома забираю. Приглашаю вас на выписку. Придете? Постараюсь. Еще можно я уйду сегодня пораньше? Ну, сами понимаете, гульнуть надо напоследок, а? Ты хоть кроватку для ребенка собрал? Шеф, я думал... Что ты думал? Что она первое время на полу поспит? Чего на полу? Вот.
час назад Татьяна заезжала. Ключи. Езжай. И собери кроватку для дочки. Шеф, ты, я звонил. Она то трубку не берет, то дочку кормит. И я просто подумал, что я сначала... Максим, все. Ступай, мне еще работать надо. Ладно, шеф. Спасибо. Угу. Ну что ж, отправим «Зенит» на закат. Добрым утром. О, привет. О, ну и бардак у тебя. Ну да, давно нужно было выкинуть весь этот хлам. Слушай, я тебе туда 2 билета на сегодняшний концерт Эрика Клэптона спрятала, ты их только что выкинула. Ой, извини. Я с удовольствием, но у меня сегодня дежурство. Сам достанешь? Извини еще раз. Лёва знает, что я вчера украла пирожное. Он меня уволит. Ой, не паникуй давай. Это просто так предупреждение. Да, хорошо. А почему он вам такое предупреждение не сделал? Лёва меня не будет трогать. Он уже 3 года добивается меня. Ну, понятно. Значит, он уволит только меня. Тебя может уволить только шеф. А он этого не сделает, потому что у тебя муж, дети и целый дом. И ты деньги высылаешь им. Но это же неправда. Ты что, думаешь, что он поедет проверять Бишкек это? А! А! Куда ты? Куда? Вот! Да. Витя, ты у Вики? Да. Тут все не так просто. Еще придется помучиться. Послушай, я тебе Алису через пару часов подвезу. Мне просто с работы позвонили. Сказали, что вечером очень важная встреча. Извини, мне нужно идти. Алло. Ну что? Как ты там, закончил? Шеф, да вот это не все так просто. А что это у тебя там за звуки? Ты что, в приставку играешь? Шеф, да я так. Кроватка замороченная оказалась. Я решил небольшой перерыв сделать. Значит, пока я тебя здесь прикрываю, ты там в игрульки играешь. Шеф, простите. Ну, я почти половину собрал. Еще часа 3-4. Сколько? Все. Я выезжаю, а то ты до ночи провозишься. Давай, обводи! Лёва, остаешься за главную. Да, шеф. Кухни не спим, работаем! Ладно, жалко. Да нет, ну я понимаю, что если бы заранее. Ладно, спасибо. Слушай, старик, а у тебя нет знакомого, который классно на гитаре играет? Прям чтобы классно? Не знаю. А принципиально на гитаре? Племянник Айнуры женат, он на домбре такие вещи утворяет. Да нет, мне именно гитарист нужен. А, тупанул. Я тупанул. Записывай номер. В общем, я договорился, там никого не будет, кроме нас с ней. Ну и ты в уголочке сидишь, на гитарке играешь, что-нибудь легенькое. Эрика Клэптона можешь, например? Конечно. Только это, мне бы часть денег вперед, а то сегодня за квартиру платить надо. Да без проблем. Блин, я, кажется, кошелек забыл. Давай доедем, тут недалеко. Ну что? Да я вот хотел полки повесить. Ну, Гузок, давай, быстро. Я полки, ты кроватку. Только аккуратней, не оттяпай себе руку до колена.
знаю. Здрасте. Мужики, совесть имейте, а я 20 часов из такси не вылезал, людей возил. Вырубите дрель, а только спать взбурился. Слушай, друг, ну у нас тут еще час максимум, потерпи. Завтра жену из роддома забирать. Войди в положение. Зашибись, у вас еще ребенок орать будет? Да, в моем доме будет орать мой ребенок. Какие-то проблемы? Проблема у тебя будет, если еще раз дрель услышишь. Короче, вообще-то сегодня суббота. Вы вообще правы, не имеете. Всего доброго. Эй, алло! Не обращай внимания. Эй! Отводила, у меня сейчас морг поедет пассажиром. Тебе сказали. Мужики, неправильный базар получился. Я извиняюсь. Ну, нервы, недосып, все такое. Давайте я вам помогу. Вы быстрее кроватку соберете и свалите, а я спать лягу. Заходи. Слышь, дай посмотреть. Налей водички, пожалуйста. Ты что делаешь? Отдыхайте, придурки! Хотел сегодня вечером с тобой поговорить наедине. Хорошо. Тогда до вечера. Хорошо. Здесь, да, все будет происходить? Да. Бывал тут? Да, знакомое место. А ты что, здесь живешь? Да нет, ты что, я здесь официантом работаю. Ну да. Слушай, ты постой 5 минут, я сейчас деньги вынесу. Что ты здесь делаешь? А, у меня тут встреча. Прям тут, за машиной. Да? Человека жду. Послушай меня внимательно. Я запрещаю тебе приближаться к Кате. Она тебя уже забыла. И я не позволю тебе все испортить. Слушайте, я ты не... Ты меня понял? Да. Денис! Ты куда? Слушай, извини, не получится. У меня просто там возникло дело срочно. Подожди, я же уже не успею никого найти. Ты же обещал, ну не подставляй меня. Вот тут вся сумма. Ладно. Давай, в 12. Слышь, урод, дверь открыл. Максим, брось! Лучше поедем новую кроватку купим. Ну нет, мне эта сволочь все деньги вернет. А может вам клей дай? Будьте тихонечко свою кроватку клеить. Ты все равно у меня хрен поспишь. А ты жене хрен объяснишь, как вы с усатым толстяком кроватку сломали, понял? Слышь ты, бомбила, давай по-хорошему. Приходишь, отдаешь 20 тысяч, и тебе ничего, кроме двух лещей, не будет. Во-первых, я не бомбила, а легально таксую. А во-вторых, смиритесь уже с тем, что вы лохи последние! Все, приехали. С вас 890 рублей.
помельче, нет? Сейчас посмотрю. Ну-ка. Сейчас, шеф. Эй, алло! Что надо? Слышь, ты, такси, если не отдашь деньги, я вам твою колымагу немного оттюнингую, понял? Считаю, короче, до трех. Только тронь мою ласточку. Раз, два. Да у тебя кишка тонкая. Есть. Возьмите. Все для меня? Два с половиной. Ну, у кого там кишка-то тонкая, а? Слышь, ну ты реально крутой пацан. Только это не моя тачка, идиот. Ты что сделал? Ты что сделал? Угощайся, пожалуйста. Нет, спасибо. Хорошо тут? Я уберу. Не надо. Не надо убирать? Я давно уже хотел тебе сказать, но никак не решался. Не надо, пожалуйста. Лев Семенович, у меня в Киргизии муж и дети. Трое. Я не знал. Извини, пожалуйста. Прощай. Не надо, пожалуйста, Лев Семенович. Я больше никогда не буду брать эти пирожные. Я вас очень прошу. Я буду хорошо работать. Только не увольняйте меня. Не надо. Лева, шеф, это я украла эти пирожные. Гульнара, это просто жертва. Уволь меня. У нее муж, дети. Пятеро. Я не собирался никого увольнять. Как? А зачем тогда все эти письма с пирожными? Ну, я не знал, что ты замужем. Я просто познакомиться хотел. Поближе. Уже давно. Да. Лёва. Лёва, я соврала. Я просто очень испугалась, и мужа у меня нет. И мужа нет, и детей нет, и меня тут уже нет. Ой, бой, какую вкуснятину разбить! Тань. Ведь не надо. Я даже не хочу выяснять, что здесь произошло. Просто сделайте так, чтобы к приезду Вики было все готово, ладно? Тань, мы все сделаем. Обещаю. Я пошел. Мы будем через пару минут. Угу. Кать. Никита, ты что тут делаешь? Вопрос жизни и смерти. Ты должна завязать глаза и пройти со мной в зал. Ладно. Но у меня тут тоже вопрос жизни и смерти. Мне нужно 5 минут, чтобы все доделать, иначе всю кухню может залить пеной. Окей, я подожду. В атаке «Спартак». Опа! Но... Опасный момент! И... Я говорил, мне только натренироваться и хана тебе. Да я ему поддавал. Но! Это Тимур с кроваткой. Давай. Опять ты. Послушайте, это не то, что вы подумали. А я ведь по-хорошему просила тебя больше никогда не приближаться к Кате. Ну что делаете? Послушайте, я тут вообще не из-за Кати. Ну, конечно, ты просто пришел в закрытый ресторан поиграть на гитаре.
что делаете, а? Пошел вон. Все, все, все. Я ухожу. Чтобы я тебя здесь больше никогда не видела! Пошли, пошли. Долго еще? Нет, чуть-чуть осталось. Пошли. А? Ой! Ой, фу-фу ты. Поводырь из тебя так себе. Ой, сюрпризы какие-то странные. Не, на минуту. Слушай, ты такого темненького с гитарой не видел? Выбежал. Мама? Можешь не ждать его. Он не вернется. Зачем ты наступаешь на одни и те же грабли? Ведь однажды уже не получилось. Мам, перестань. Не лезь в мою жизнь. Для начала наведи порядок своей. Скажите, а Викторию Гончарову когда выпишут? Ну, ее сегодня с утра выписали. Кажется, сестра забрала. Классно. Привет, а ты где? Я здесь, хотел тебя забрать. Макс. У нас с тобой ничего не получится. Ладно, а... Ну, ты не можешь мне запретить видеться с нашей дочкой? А я не собиралась. Я все равно буду помогать своей семье, и... Ты зна...